Всем привет. Пекло, пекло. Второй день в Таиланде. Начинаем одуплять, как здесь жить и не тужить. Надеюсь, вам понравился наш первый выпуск. Тебе, Наташ, ну, держи себя в руках. Планируем, что это будет начало второго видоса. По поводу валюты, сегодняшнему курсу, сегодня у нас 2 августа 2017 года, 1000 рублей вы можете обменять на 534 бата. Так, рубль. Это кода. Опа, случайно. 530 нельзя? А, нельзя снимать, ты, вы куда смотрите? На 1000 рублей мы получим 530 бат. Ну, как бы это неплохо, но когда мы прилетели в аэропорту, у нас курс был другой. Был 300 вместо 530. Так, ты доллар помнишь, что ли? 33. Правила доллар, а валюта неменяемая практически. Неменяемая. Ха-ха. Доллар 33.20. Такой же счет практически, как и был в аэропорту. Фу, здесь пахнет опять. Местами здесь стоки какие-то. Хай. Везде мопеды. Вся страна на мопедах ездит. Как я сказал, 12 часов дня, это местного времени. Мы выспались, чувствуем себя замечательно. На пляже Корон. Корон. Вот такая корона, Наташка. Кушали манго, хорошо пошло, сладенькая такая, сочная. Да, прям вообще кайфово. Вообще. Вот этот магазин наш. Покажи его, покажи. Ну и здесь просто пройди, покажи. Это магазины, где также проблема с карточкой могут возникнуть. Хотите купить, ну, там, жвачку, шоколадку, они просто не возьмут вашу карточку, даже с вашими комиссионными процентами, они скажут, чувак, нам нужно, чтобы покупка была 300 бат. Говорит, ну, извини, ну, это все мелочи. По поводу финансового вопроса, я думаю, мы все вам объяснили. Вот мы на пляжу, ребят. Тот самый пляж, о котором мы так долго мечтали. Этот песочек. Этот звук. Что еще хочется сказать? Имейте мечту, ребята, имейте. Во всех ее смыслах имейте. Двигайтесь и верьте, что все получится. Не надо значимость ваших проблем возводить в культ, убиваться по этому поводу. Если что-то можешь исправить, исправляй. Если уже все, делай выводы и двигайся дальше. Ну, все будет круто. Yes. Наташка накупала, сейчас она расскажет, как оно, как водичка. Кайф. Пойдем, на, держи. Расскажи, холоднее, да, чем температура здесь. Да. Такая ванная, короче, тема. Да. Прям. Водичка хороша, но волны порой опасные. Некоторые волны, они идут вот так вот, то есть ты в нее заходишь и выходишь, а некоторые они идут бурлящие. А потом я плыл, а понял, воды там в коленах.